Привет всем, дорогие друзья! С радостной новостью, конечно же, про трактор. Почему? Потому что именно их не было там где-то 2 недели, и вот они опять у нас появились. Налетай, разбирай, добро пожаловать на нашу площадку, приезжайте, смотрите. Сегодня ожидайте вечерний эфир на 18:00, и у нас, как всегда, ДТЗ 5244, лидер продаж, трактор с двигателем 1,9 литра, с 1400 килограммами веса, готов обрабатывать вашу землю. Много уже обзоров снято по этому трактору, и просто мы сегодня анонсируем, что он наконец-то появился. Оправданная цена и качество, шикарная сборка, прекрасная эргономическая, свободное здесь место, выпуск 2020 год. Трактор имеет реверсивную коробку, 24 лошадиных силы, и ожидает уже вас здесь, на этой площадке, или просто ожидаете его у себя дома. А мы прощаемся с вами ненадолго, до сегодняшнего вечера, и рекомендуем данную технику. Аналог на голову выше любой из своих одноклассников.